Скорая помощь, фельдшер Ерухина, здравствуйте. Что у вас случилось? Какая температура у вас? Отделение скорой помощи работает в круглосуточном режиме. В сутки сюда поступают десятки звонков от лонгипасцев с различными жалобами. На линии ежедневно находятся 4 линейных бригады и 3 фельдшерских. Процесс их работы нескончаемый. Персонал стоит на дежурстве порядка 10-12 раз в месяц. Поэтому, как отмечает главный врач Александр Нохрин, очень важно, чтобы бригады скорой помощи, находясь в режиме ожидания, пребывали в комфортных условиях. Ремонта не было больше 20 лет, и вот в течение 2,5 месяца мы провели косметический, но это глобальный ремонт, который коснулся всех помещений отделения скорой помощи. Был заменен свет, отремонтирован пол, стены, потолок, то есть фактически подошли комплексно к решению этого вопроса. И на сегодня мы видим, что условия для комфортного пребывания и работы специалистов созданы. Изначально отделение скорой помощи находилось в приспособленном помещении на улице Солнечная, 6. Это была 4-комнатная квартира. В 2004 году медицинской бригаде выделили новое помещение со свежим ремонтом и оборудованием. За почти 2 десятка лет капитального ремонта здесь не проводили. Вы теперь смогли сами убедиться, как здесь классно, красиво, здесь приятно, здесь у нас уютно. Мы же здесь проводим все, практически большую часть своей жизни мы проводим на работе. И так у нас хороший, добрый такой профессиональный коллектив. Тепло и так находиться с людьми. А когда это еще и внешне все это изображено, это как бы вдвойне приносит радость. И как бы мы с большим настроем идем в работу. Работа у нас не очень простая, сложная наша работа, поэтому очень хорошо сделано, качественно выполнен ремонт. Спасибо большое хозяйственной нашей службе. Несколько месяцев понадобилось подрядной организации, чтобы провести реконструкцию более чем 200 квадратных метров. В этом им помогали и сотрудники хозяйственной службы Лангепасской городской больницы. Нами было сделано электрические розетки заменены, также сантехническое оборудование заменено, поклейка обоев в актовом зале у нас. Также покраска дверных проемов, оконных блоков, установка кухонного гарнитура. Каждый сотрудник, каждый специалист, который участвовал в этом мероприятии, так сказать, он уложил свою частичку души. После капитального ремонта помещения у персонала появилась возможность с комфортом отдохнуть между вызовами, принять душ, пообедать на новой кухне, подготовить медицинскую укладку и в удобной обстановке оформить документацию. И еще стоит отметить, обновление ожидается и в автопарке отделения. Ведь по нормативам автомобили скорой помощи эксплуатируются не более 5 лет. Сара Тураева, Тимур Дигангиров, «Наши города».